Убийство правителей Сирии и Египта. Перед его появлением будут убиты правители Сирии и Египта. Если вспомнить недавнюю историю Египта, то совершенно очевидно, что события, упомянутые в хадисе, уже свершились. Анвар Садат, возглавивший Египет в 1970 году, был убит во время военного парада в 1981 году, то есть в самом начале 1400 года по хиджре. Слово «Шам», в современном языке, означающее столицу Сирии Дамаск, имеет более широкое значение. В арабском языке слово «Шам» означает еще и все страны, находящиеся по левую сторону от Хиджаза. Многие из правителей Сирии 20 века стали жертвами покушений. ...1920 год. Бывший президент Сирии Салах ад-Дин Байтар. 1921 год. Премьер-министр Сирии генерал Друби. 1949 год. Премьер-министр Сирии Муксин аль-Барази. 1951 год. Король Иордании Абдулла. 1982 год. Президент Ливана, лидер фалангистов Башир Джамаэль.